Когда женщины правят миром, дворами правят дедушки на лавочках. А, гляди, гляди, идет. Да. Дыра в ухе, ворона может пролететь. А, так это сейчас модно, это называется тоннельный пирсинг. Тоннель в ухе, понимаешь? Вот с таким вот пойдешь куда-нибудь, да, вот идешь ты по городу с ним, у него пирсинги, тоннельные пирсинги, вот, в зубах еще вот это вот гвоздик этот, идешь, а тебя спрашивают, ну, видно, что он школу уже закончил, спрашивают, а вы что, его в институт ведете? А ты говоришь, нет, в металлолом. Стою! Наталич, таким удобно в поле, чтобы он чуть в сторонке был. А что в поле? А молнии, чтоб притягивал. В дождь с такими нельзя, с ними тяжело идти. Чего? Они ж ржавеют. Робокоп.